Седьмой час. Володи все нету. Вышел на улицу. Стою. Он видно. Левой рукой отмахивается, как Путин. Тут левой рукой также машет. Чего так долго-то не было? Вот я пошел дальше, а тут кошки мои черные. А вот здесь кот рыжий из-под подворотни, а эти испугались назад. Я побоялся идти дальше. Занятия отменились? Идут. А я включил и скорее к тебе. Я уже пятый раз выхожу. А зачем? И встретить. А что мне встречать-то? Мало ли что. А что случилось-то так долго? Как обычно я прихожу. Так седьмой час уже. Ну и что? Видишь, кошки меня сопровождали. Котята-то большие стали, как кошки. Я в седьмом часу и прихожу каждый раз. Думаю, позвонишь. Нет, ни звонка нет, значит, где-то в пути. Вон оно что. Ну ладно, пойдем. Кошки-то наверху. Я вот здесь вот этот, палка-то выпала, на полу валяется. Так я подцепил вовнутрь вот эту, которая там проволока, под нее веревочку. Тебя все ждут тут. Смотри, сколько их. Вот так. Здесь 4, и там 6 кошек, 10 кошек. Давай, доставай. Сумку-то сними. Вот так. А еще не зажглись огни. О, кошек этих не пускай туда. Не пускай. Ну, если залезет, так ладно, это свои. Потом они вылезут утром. Видишь, как уже темняется, плохо видно. Чернушка, ну иди ты отсюда. Иди, иди. Ну-ка, вылазь. Иди сюда, иди, иди. Черненькая, иди сюда. Не надо. Спрашиваю, не упала она. Они ее боятся, они вылазят. Белый, вылазь. Не вовремя она подошла. Белый. Белый. Рыжий. Ну-ка, идите скорее. Закрываю. Ой, рыжий. Иди, держись. Он боится его. Смотри, чтобы не покорябал. Рыжий. Ну, что ты испугался? Ну, испугался как. Она тут лазит. Уходи. В два раза меньше тебя. Ну, иди скорее. Смотри, рыженький, тебя несут домой. Не упусти. Ты в рукавичках бери. У нас же корябать все будут. Смотри, что вот не забежал, сзади идет. Подожди, сейчас всех пустит. Володя сейчас будет кормить всех. Я включил свет, но слабенький тут. Как они брызнули. А что такое? Кого-то испугались.
Это кошка залезла туда. А что, свет выключили, да? Да тут отпусти к себе. К нам пусти, чтобы не открыть. Да зачем? А запусти... Свет-то что, выключили? А? Дома света нету, что, выключили его? Нет, не знаю. Ну, сгорела, значит, лампочка. Да не надо его туда, тут бы и оставил. А зачем он? Еще вырвется из рук-то, покорябает. Лампочка сгорела. То-то у меня что-то тут это, компьютер-то выключился во время-то, видать, полностью вырубился. Это, видать, от этой, от лампочки. Ну, спряталась. О, вот она соскочила, ладно. Сейчас. Туда она не полезет. Держись крепче. Никогда не видел, как ночью снимает он их. Ну еще не ночь, но фактически-то уже темно. Белый, белый, иди скорее сюда. Иди, иди сюда. Иди скорее, а. Все, закрывай. Белый мой белый, а. Аккуратненько. Тут ниже намного. Смотри, чтобы не упасть. Вот так. Сейчас я зайду, там встречу вас. Вот они какие кошечки у меня. Эти двое. И там двое. Держи-ка. Вот она где. Так и здесь нету. Ну нету дома, вообще свет нету. Ну это что-то непонятно. Вообще, думаю, света нету. А что случилось? Не знаю, что у вас тут случилось. Так это как же так? А там есть в этой свет? Я не смотрел. Надо посмотреть, если то-то общее. И, значит, у меня там все выключилось. А что ж такое-то, а? Надо там узнать, посмотреть. Сейчас я старый этот счетчик посмотрю. А если нет, тогда идти в церковь, там что-то вырубило. Все. Так а на улицах-то есть? Так, вон в чем дело-то. Сейчас я счетчик посмотрю тут. Ну-ка давай счетчик посмотри. Он выключился, да? А что там? Все, загорелся. Загорелось, вырубило, да? Да. А тут лампочку надо тогда, тут-то не горит. Нету. Ну и все тогда. Вот она. Пошел. Хозяин. На стол, если надо, нельзя это делать. Надо лампочку у нас где есть поставить. Ну. Белая опасается. Там буска? Голубоглазка. Синеглазая. Синеглазая под ковер залезла. Вот он как ее играет. О, с какой скоростью, главное, чтобы он не захватил ее. Он сидит, простофиля. А эта буска идет. Никого не признает. Всех бьет, корябается, не знаем, что делать с ней. Вот, вот этот простой парень. Вон он как. Под ковер. Стоп. Никого там нету. Где она была? Проверяет. Она уже вон она где стоит. Синеглазая. И Паля глядит. Вот буска. От Надежды Васильевны через там понизу. Под полом пролезли сюда к нам. Нет только одного рыжего. Он толстяк не пролез, видать.
Вот палят вот. А там их мать, бабка рыжая. Ласка. Самая агрессивная буска. Вот здесь какая. Попробуй погладить ее. Ну-ка иди. Но она убежит. Подойди потихоньку. Вон она под стулом. Вот она. Нет, нет. Это вот здесь. Вот она сидит. Да я вижу. Вот она где. Вот она. Буска наша, буска. Не, опа. Она боится. Вот она сидит где. Вот она рядом. Не, я не полезу туда. Ну вот боятся все. Ладно. И госпредприятий под будущие поставки импортного сахара. Собрали и пропали, к большой радости Лучка и его бригады. Другой аферой Подольской УПГ была пирамида «Властелина» в 92-94 годах. На сей раз пострадало около 16 тысяч частных лиц. Не брезговали ребята и воровством из бюджета. В 93-м бюджет выделил деньги на дом в Смоленске для офицеров танковой части, которую вывели из Германии. Но подряд отдали Подольской УПГ, и деньги пропали. В январе 95-го главная военная прокуратура РФ возбудила уголовное дело против Лучка по этому поводу. По данным следствия, часть денег, украденных у бесквартирных... Вот Володя полез за этими, за котами сегодня. Потому что ночью 10 градусов мороза будет. Надо забирать. И все, уже не закрывай окошко. Ну, темно уже, отмолились. Сейчас субботу вечером. Батюшка пришел, служба длиннее намного. Давай беленького, а то пока прикрой, чтобы не выскочил. А то на карнизе его не поймать. Закрой стеколком. Вот они где. Вот они как. Вот. Вот что делает. Видишь, как темновато. Не торопись только, не торопись. Ну ладно, сюда поднеси тогда. А то я это уроню аппарат-то. Там зайдет свет, там зажги в сенках и там. Смотри, чтобы он тебя не покорябал. О! Ну-ка, включай. Ой, пришел домой, а? Вон сейчас они его. Вот они. Пойдемте. О, глянь, как хвосты друг на друга. О, он сразу к ней. Давай. Не агрессивный. Ну-ка. Ты куда? 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 Постой, постой. Подожди маленько. Подожди, подожди. Ну-ка. Давай, давай, да, скорее. Лезь, лезь. Давай, 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 лезь. Ну-ну, заходи. Его кормить надо, он пришел. В сенках оставлять его. Они мороза не боятся. Они привыкли. Это наши такие хилики. Давай, рыжий, вылазь. Вот. Вечером тут приехали 5 машин. Машины хорошие. Чего там? А. Ну, слава Боже. Вот он, перышком играет. Черных у нас сколько здесь? 4? Или 5 теперь? О! Этот отсюда черный идет. Следом за Володей. Но, рыжий, пойдем домой, а потом Надежда сильно придет, я отнесешь. Пока пусть у нас побудет. Ой. Вот так. Ну еще. К рыжей не подходи, рыжик. Ну. Опасно. Вот он какой. Вот они его паля как. Вышла. Рыжая, паля, белый. У нас тут 4. Вот он спрятался. Никому не можем отдать. Вот. Он боится с рыжей встречаться. Ну ладно, ладно. Грозная не баба. Бойся, она не смотри, тронет. Какой он толстый стал. Толстый вообще. Раскормился. Так, уходи с дороги. Уходи. Толстячок. Давай, рыженький, иди. Беги. Ну беги, беги, вон они где, гляди. Паля согнулась.
Ну. Эта черненькая одна зашла, придется покормить ее. Да нет, я сейчас кормить ее буду, я еще не кормил. Вот и все. Пришли. Картошку любит гонять. Это Паля, его мать. Она, вон она, картошинку как гоняют. Вдвоем гоняет, как в футбол. Я еще, подожди. На, гляди. Вот. Ну-ка, да. Он глядит на мать, как она ему скажет все. Бросил. Вытащи табуретку, покажи, как ты ее поставил. Так, боком. Вот она. Вот они сейчас будут тут у нее. Вот это надо, чтобы здесь ход им был как-то сделать. Во. Он еще не видит, что там пространство есть. Вот как маленькие ребятишки. Опа. Кто полез туда? Это увидала. Это мать его, Паля. Тут у него хвостик тут показался. Под ковер стул поставили. Им интересно играть. Быстро надоедает. Не говорить, не слышать чей-нибудь голос, но желает оставаться в полнейшем от всех удалении и в глубоком молчании. Симеон, отведший игумена отдельно, сказал ему: «Молю тебя, отче, ради Господа, помолись усердно за брата моего Иоанна, да изгладится из ума его память о жене, чтобы вследствие вражеского